вообще растут-то хорошо в российских условиях, слышишь? Да. Адаптировались к местным условиям. Экзотические для нашего региона японские карпы кои прекрасно чувствуют себя в водах Чулыма. Один такой красавец может вырасти до 15 килограммов. Не меньшим спросом у горожан пользуются не такие яркие, но такие же вкусные обычные карпы. Накануне Нового года резко выросла оптовая продажа. На прилавке Красноярска отправится несколько сотен килограммов свежайшей рыбы. Вообще мы отгружаем продукцию за пределы края, и Самара, Челябинск, Иркутская область, Новосибирск, Омск, Томск. Ну, то есть до Урала возят смело. Наша рыба замечательная по вкусу. У нас кормление происходит кормами отечественного производства, нет никаких ГМО, все натуральные компоненты. Увеличилась продажа и в розницу. Назаровское рыбное хозяйство не имеет своих фирменных магазинов. Продажа идет живым весом здесь же. Рыбу приобретают не только жители Назарова. Покупатели приезжают из соседних городов – Железногорска, Канска и даже Томска. На западе края, кроме назаровского хозяйства, рыбу выращивают на водохранилище в Шарыпово. В частности, форель. Но назаровские рыбоводы более опытные. В данном садке находится форель. Средняя навеска 300 килограмм идет в садке. Кормится она кормом гранулированным примерно 4 раза в день. Зима – время роста форели. Ее выращивают только в холодной воде. Мальков приобретают в Хакасии. За полгода рыба вырастает со 150 граммов до 2 килограммов. Сейчас живую форель не продают. Делать это начнут в феврале-марте. В мае вся форель будет заморожена и продана. Назаровское рыбное хозяйство выполняет и госконтракты. Здесь уверены, у предприятия есть хорошая перспектива на многие годы вперед. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.